мне объяснил свои поступки. Он не желает этого, и я прошу его принять мой пейзер. Thank you.
Да, да. Ну, естественно, да. При всей любви к певцам иногда, когда хочется, нравится. Но вы знаете, мне кажется, что она в чем-то закончилась еще грустнее, чем оригинал. Да, вот так лучше. Она закончилась менее трагически, но она закончилась грустнее. Видите, так тоже бывает иногда. Вы знаете, на этой ноте Онегин заканчивать невозможно, понимаете, да? Вы мне что-то рассказывали, что к вам в руки попал какой-то странный манускрипт. Был такой? Конечно. Знаете, я не знаю, как вас, а меня всегда интересовало, что же с Онегином было потом. Вот Татьяна его отвергла, правильно? Он оказался опозорен в глазах всего света. И что же дальше? И вот, да, это Михайлович правильно говорит, пришлось поработать с документами, с архивами, найти кое-что, о чем еще и Пушкин не подозревал. И сейчас в Стрейдбаре будет впервые, вот это тоже мировая премьера, исполнена маленькая опера, она совсем маленькая, меньше, чем все то, что было до этого. Она называется «Продолжение Евгения Онегина». И действие этой оперы начинается вот в ту самую минуту, когда заканчивается предыдущая опера Евгения Онегина. Ну вот мы узнаем, что с ним. Ну, мы немножко отмотаем. Пару секунд назад, знаете, как вот... Это как это называется, второй сезон, да, когда сериал выходит. Сначала надо посмотреть краткое содержание того, чем закончилась предыдущая серия. Ну, давайте посмотрим, чем это все закончилось. Продолжение Евгения Онегина.